Понятно. Сколько раз говорил, так еще и не дошло? Да, из тебя никакой учитель. Сдавайся, Чен Ван Юе. За мной. Зачем привел меня сюда? Расслабиться. Смотри. Повторяй за мной. Что делаешь? Это же плохо. Не бойся, я уже проверял. Здание заброшено, никто не выйдет. Давай. Бросай. Сильнее. Еще раз. Вон туда, давай. Хорошо же. У меня есть еще. Баллы. Рейтинг. Хорошо, не вер. Семья. Ничто не свяжет тебя. Ты должен быть свободен. Ты должен увидеть мир. Аюй. Твоя очередь. Давай. Баллы. Рейтинг. Семья. Хочу свободы. И тебе не нужно нести обозу, яньцы. Что за шум? Кто там балуется? Давай, бежим. Это твоя вина. Идем. Вступительные экзамены начинаются сегодня. 9 миллионов сдающих зашли в аудитории. Университеты планируют принять 6 миллионов 75 тысяч студентов в 2011 году. Это на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Средний балл предполагается достичь 72%. Мы наконец-то свободны. Да, так легко на душе. Аюй! Аюй! Чен Юйчжоу, на самом деле, я знаю тебя так давно. У тебя там интрижка на стороне? Если не появишься дома сегодня, я подам на развод. Ладно, у тебя вечная паранойя. Достала. Эй!
Моя бабуля сказала, что это браслет удачи. Если будешь носить его, то будешь счастлив. Спасибо. Садись. Отдохни по прибытию в Хэчуань. Давай-ка как-нибудь пообедаем вместе. Дочь господина Лю вернулась. Вы давно не виделись. Надеялась увидеться с тобой. И говорила о планах поступления за границу. В следующий понедельник найди для нее время. Ты меня слушаешь? Да. Отец, Хэчуанский университет неплох. Я не хочу учиться за границей, оставаться в Хэчуане не лучший для тебя вариант. Я все устроил, тебе нужно пойти. Только проснулась. Освободилась после экзаменов. Пусть мама приготовит тебе что-нибудь вкусное. Вот, возьми. Спасибо. А где юноша, что был с тобой? Вернусь в Хэчуань. Аюй. Бросай. Хорошо же? Чен Юйжоу, слышала тебе встреча с Лю Лили. До сих пор обговариваете брак просчет, а твой отец хорош. Забирай ее себе. Я хочу быть сыном твоего отца. Давай бросим кости. Ну же. Да, Юй. Ты не дома? Я с одноклассниками. Мы давно не виделись. Поняла. По правде, ничего такого. Есть одна нерешенная проблема. Ты веселись там. Семерки и шестерки. Показывай свои. Нет. Я пойду домой. Не отключайся. Где учишься после экзамена? Что случилось? Ты не можешь оставить нас. Кто сказал тебе уходить? Важный человек. Нехорошо с твоей стороны. Твои дела важнее. По звуку, кажется, там шумно. Верно. Это центр города. Много народу. Простоял 20 минут в очереди, чтобы выпить чаю с мамой. Потом я пошел с отцом в фехтовальный зал. Тушеная свининка на обед была вкусной. Вечером ездил на лошади и едва не упал с нее. Вообще-то, я хочу сказать... Джоу Юй. Что мне делать? Я только приехал и уже скучаю по тебе. Мы
Джоу Юй, я покажу тебе весь мир, когда мы вырастем. Хорошо.